Аль-Каида угрожает Европе новыми терактами, на этот раз в зоне риска железной дороги. Какая страна может стать мишенью, насколько серьезна эта угроза и что предпринимают спецслужбы? Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. Аль-Каида призывает своих сторонников организовывать взрывы или акты саботажа на железной дороге. Такая информация появилась на одном из исламистских интернет-сайтов. Конкретные страны в сообщении не называются, угроза общая. Дескать, мишенью должны стать скоростные пассажирские поезда в Европе. В Германии эту новость восприняли очень серьезно. Силовики заявили, они не исключают, что взрывы могут прогреметь именно на немецкой железной дороге. Уже несколько лет вокзалы и пассажирские поезда спецслужбы считают крайне уязвимыми объектами, как, впрочем, и другие оживленные общественные места. Кстати, сейчас на немецких вокзалах тестируют камеры с программным обеспечением, которое поможет распознавать лица. Работает система таким образом. Камера сканирует лица пассажиров и сверяет их с базой подозреваемых в терроризме. Уже сейчас камеры снимают пассажиров и сохраняют эту информацию определенное время без идентификации личности. Новая техника позволит сразу отсортировывать видео. Оно будет сохранено только в том случае, если система покажет, что человек находится в розыске. Пока что умные камеры только тестируют, но в будущем глава МВД планирует установить их на всех немецких вокзалах и в аэропортах. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».